Всем привет, друзья! Сегодня у нас очень простая детская задачка от четвероклассника. Однажды сын попросил у отца деньги на велосипед. Отец сказал, что сын должен заработать эти деньги сам. И предложил сыну торговать лимонадом, пообещав в конце дня платить ему сумму, равную квадрату выручки. В первый же день сын выручил 3 доллара, но от 9 долларов, которые предлагал ему отец, он отказался, доказав, что отец должен ему значительно большую сумму. Я подчеркиваю, значительно большую сумму. Вопрос: какую сумму хитрый сын просил у отца и какое доказательство своей правоты он привел? Итак, я не буду вам сейчас сразу говорить ответ. Сначала прошу вас подумать самостоятельно. Задачка реально очень интересная. Это задачка из «Что, где, когда». Вопрос задавал, если я не ошибаюсь, четвероклассник из Белоруссии. Но по поводу Беларуси я могу ошибаться, да? И вообще вопрос о национальности сына остается открытым в этой задачке. Итак, ставьте на паузу, хотя бы чуть-чуть подумайте, и я говорю вам правильный ответ. Итак, вроде бы отец сдержал свое обещание, да, и возвел в квадрат выручку сына. То есть, вроде как 3 в квадрате, это у нас 9 долларов. Все как и должно быть. Но сын с этим аргументом был не согласен. И как же он доказал, что отец должен ему большую сумму? Итак, как он рассуждал? Он рассуждал, что 1 доллар – это 100 долларов. Центов. Я не знаю, как там обозначаются центы, поэтому напишу центы. Так? Значит, 3 доллара это, ну, соответственно, 300 центов. Правильно? А раз отец обещал ему сумму, равную квадрату выручки, значит, вот это вот мы должны возвести с вами в квадрат. Так? Но когда мы 3 доллара возводим в квадрат, мы получаем 9 долларов, а когда мы возводим 300 в квадрат, мы получаем вот столько. Так, мы получаем 90 тысяч центов. Но 90 тысяч центов равно чему? В одном долларе 100 центов. Значит, мы получаем 900 долларов. Так вот, сын настаивал, что отец должен ему не 9 долларов, а 900 долларов. И вот оно доказательства. Надо сказать, что спорить с этим доказательством довольно сложно, и, вероятно, отец пару раз пожалел о том, что не купил просто велосипед сыну, а сказал ему, что будет давать ему квадрат выручки каждый день. Ну что ж, вот такая интересная задачка. Ставим лайк, если понравилось, и пишем в комментариях, догадались вы до этого или не догадались.